буду сейчас. Так. Бетоном. Вот так вот ставим столбы. Столбы ставим. Вот тут вот 20 палетов вот таких вот забор. Все это пойдет у нас, поедет потихоньку. Вон туда, вон где веревочка натянутая. Сплошная стена будет от соседей. Все, хорош. Потом здесь будет бассейн у нас стоять. Вот здесь вот. Там у нас барбекюшня будет. Вон там столб крайний сегодня поставил. Крыша падала. Вот. Чуть больше лошади не наделал. Тяжко. Вот. Вот такой мокрый я. Сегодня какой? 22, да? 23 сентября. Ну и где-то 23 градуса, может 25. На солнце градусов 27. Вот, пашем, идем к светлому будущему, сделаем все, будем отдыхать. Вот. Стоят только пока еще два столба, их у нас 22 на 20 палетов. Это сплошная стена от соседей. Вот этот сарай потом пойдет рядышком, здесь поставим, развернем его, места будет больше на бэк-ярде. Как говорил, здесь бассейн будет у нас стоит. В гараже его надо собрать, осталось. На следующий год соберу. И там будут фонарики вдоль берега. Как береговая черта, красиво вот так вот светится. И барбекюшня будет стоять. Коптильня для рыбы и мангал для шашлыков. Это будет обязательно у нас. Да, Вероника? Да. Найс. Все, я начинаю, пошел дальше продолжать работать. Хорош. Кино снимать. Мы сегодня будем снимать кино или не будем снимать кино? Мы сегодня будем снимать кино или не будем снимать кино? Все, пока.